Стерлитамаки наградили самых сильных щитоводов. На третьем ежегодном городском турнире по ментальной арифметике сети «Пифагорка» ребята соревновались в работе на счетах с «Рабан», ментальной арифметике и во флеш-счете. 21 юный математик стал обладателем призовых мест из 53 заявленных участников. Считать уме почти так же быстро, как на калькуляторе, это под силу участникам турнира по ментальной арифметике среди учащихся тренингового центра развития интеллекта «Пифагорка» в школе скорочтения по методике Васильевой. Они легко складывают и вычитают четырехзначные числа, а все потому, что знают главный секрет счета – все в уме. Сложные арифметические вычисления выполняются на воображаемых счетах. Матвей Чаплыгин легко с этим справляется. Старание плюс огромное желание быть первым. Вот основа его успеха, делится мама Матвея Алевтина. Он, ребенок у нас, уверен в себе. Он хотел и получил эту победу. Как и Матвей, показали хорошие результаты еще 20 детей. Призовые места заняли Иван Арефьев, Полина Дацун, Руслан Фархазов, Яна Утекаева и другие. Каждый в своей возрастной категории. Их в турнире было заявлено две – школьники и дошкольники. И это не предел их возможностей, говорит руководитель школы скорочтения Татьяна Толстова. Вчера у нас прошел 7 апреля в Уфе второй региональный турнир. И мы из 15 участников привезли 7 наград. И самые для меня такой яркой победой является Корюгина Анастасия, которая, прозанимавшись всего лишь месяц, заняла первое почетное место, привезла кубок в категории «Школьники без законов». Для ребят, которые боролись за первые места, статус лучше не главное. Высшая награда для них – верно решенная задача. И кажется, с этим они справляются на ура. В июне победитель городских соревнований отправится на международный турнир по ментальной арифметике, который пройдет в Москве. Гульнас Абдуллина, Игорь Яковлев, Вадим Ямансаров, Стерлитамак, служба новостей.